почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Лауреатом премии «Большая книга» стал Сергей Шаргунов с ярким биографическим исследованием «Катаев. Погоня за вечной весной». Это, несомненно, явление в нашем современном литературном процессе. Ведь в советское время о Валентине Петровиче Катаеве не было написано ни одной полновесной книги, а после смерти писателя в начале перестройки не было ни одной подробной биографии, кроме «Сквелей и сплетен». Поэтому так ценно, что современный, интересный прозаик и общественный деятель Сергей Шаргунов, восторженно влюбленный в Катаева, пишет яркую, обстоятельную, честную, масштабную книгу о создателе «Сына полка», «Белеет парус одинокий», «Алмазный мой венец», уже написан «Вертер», «Сухой лиман» и многих других. Искреннее восхищение Шаргунова своим героем, тем не менее, не заслоняет стремление к исключительной правдивости и честности. Катаев прожил долгую жизнь, более 90 лет. По сути, ровесник века. Был и белым офицером, и красным офицером. Был известным устроителем литературы, спасателем судеб, бескорыстно открывавшим и опекавшим таланты. Жизнь его полна невероятных событий и тайн. Говоря о Катаеве, на самом деле говоришь о целой эпохе, об огромном литературном, историческом пространстве. Он дружил или хорошо знал Бунина, Булгакова, Пастернака, Маяковского, Есенина, Горького, Солженицына, Маршака, Олешу, Зощенко, Мандельштама и многих других. Его фамилию рифмовал Есенин. «Нам не нужно адов, раев, лишь бы Валя жил Катаев». А Маяковский в стихотворении «Соберитесь и поговорите-ка» 1928 года написал: «Мы знаем, чем фарширован Катаев и какие формы у Катаева». Катаев награжден Сталинской премией второй степени, орденом Ленина и получил звание Герой социалистического труда. Он имел столько завистников и недругов, о нем бытуют такие противоречивые мнения и воспоминания, что книга Шаргунова могла бы выглядеть как попытка оправдать, обелить писателя. Но автору удается остаться влюбленным, но беспристрастным. Цитата. «Отличие Катаева от многих в том, что он стал бы писателем при любом режиме. Тут ключ к пониманию его личности и повод для зависти и недоброжелательства. То, что одним прощали легко, ему не прощают. Катаев весь вызов. Он весь слишком. Художник, маг, которому завидуют и сейчас, и чей дар не могут оспорить. Баснословно успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару». Достоинство книги Шаргунова в глубоком изучении фактологического материала. В том, что ему удалось сделать много филологических открытий, а главное – доказать, что наслаждение Катаевым – это и есть вечная весна. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».